голову попал ему. А ему зарегало? О, зарегало? Охереть. Да ну нахер. Он тут еще и народ поубивал. Охеренно проходишь сквозь двери. Копперфильд, блядь. Если он умер. Что такое у тебя? А, МПшка была. О, убежал. Он нашел кнопку ходьбы, чат. Ой, залетело! Да ладно? Обычно такое не регаться должно, как бы, в Таркове. Я точно сейчас в Тарков зашел? Есть какая-то информация, чат? По-моему, тут еще вот один был. А, вот он. Он забыл все-таки кнопку ходьбы, этот чел. Подбежал к воротам и просто встал. Давай, пикни. Ну, он тоже тут наубивал, походу, типа вот. Бля, показалось, в кусту челик стоит. Какое же мыло все-таки в Таркове, блядь, после армы. Даже после колды. Да. Вот особенно, когда неделю не поиграешь, просто глаза устают сразу от этой зеленки. Блядь, вон уже крадется мышь. Ядрит там война. Оп-оп, вон он. А, эти сетки не простреливаются, да, толком, наверное. А, я убил его? Лол, охереть. Это я ему залепил, получается. Блядь. Ёб твою мать. Что происходит, чат? Один-то здесь. О, тихо.
Да, он все еще тут. С 61-м патроном. Не убивай меня, снайпер, который на той стороне все еще лежит. Блять. 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 Ёпта, это не СВДшка, блять. Это то, что убьет меня нахер просто по щелчку пальца. На, попей. Ну, блядь. Хакашку не перестреляешь с этого говна. Но трай был неплохой. Я думаю, вепер можно засчитывать. Просто в животик меня расстрелял. Блять, на помойке, на помойке. Где же еще им сидеть, сука, как не на помойке, блять. Сильно попал, да? Нормально. А он не шевелится? Ну, хер может шевелиться, блять. Он в родной среде там сидит, так скажем. Он, причем он реально на помойке, просто на мусорке сверху лежит. Спрыгивает, убегает. Все, отвалился, он закончил. Там хорошо. Еще один. Блять, по-моему, он на палатке лежит. А, ну вот, может быть, я его слышал, да. Да, убил. Значит, точно есть. Или, короче, это он отошел за палатку, или кто-то сидит под трешкой. Блять. Я разучился прыгать. Сидит, 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 сука! Блять. Убил меня. Я не понял, где. Под лестницей просто сидел. Вот это игра, бля, просто... TTV, а, ну... Теперь надо мусорку еще чекать, я так понимаю, да? Я уже не знаю. Бежит, бежит, у мусор. Опа. Бля. Ты живой? Да-да-да-да-да. На гранате, чел. Убил, убил. Подходил от палатки, красная повязка. Понял, значит не один. У палатки. Два. Мы уже пробежали палатку вправо. В кустах, понял? В крысокусту. Встречай их. С крыши, встречай. Я спрыгиваю. Давай. Гранат нет, есть им покидать тут? Я им хорошие даю. Прямо в лицо им кидаю. Ползает где-то.
Это еще должен быть. Слева, слева. Слева. Блять, вот это оружие. Убил. Хорошо. Не, Ксюха все-таки хрень. А вот один еще, погоди. Холм, холм. Не вижу. Убил меня. Не, он не умер. Левая часть за деревом, по-моему, должен быть. Не-не-не, он жив. Ну, я имею в виду, что должен был быть. Кстати, РСАСКА, если выживем, как раз можно будет на резерв с ней сходить. Нет, одиночка. Бля, вот это типы. Это я понимаю. Все-таки я взорвал гранатой. Где-то типа. Серьезно, блять? Вдвоем в одном темном углу просто засели. Сейчас этот топорист сюда прибежит, сука, и залутает этих типов. И будет уже не топорист, блин. Сука. Да, на шаре сидит курябчик. Нам нужно 200 метров. Готов. Ранил его. Давайте чат сейчас с РФБшкой сделаем. С ней проблем быть не должно особо. Прям интересно посмотреть даже. Блять, лосс 20%. Так здорово. Походу с сервера-то они... Походу сервера-то они все-таки не починили. Показалось просто. Что? Game Complete Turok. А если ты встретился против трех... Кстати, мы умерли, кстати, как бы. А, ну да, да, да. Сейчас надо отправить им этот сервак. А что, порегать? Не, не надо, да? Ну ладно, окей. В смысле? Я думал, ты мертвый. А он надо мной? Не, на этих серверах, по-моему, плохо регает. На тех наших регает получше, прям ощутимо лучше все равно. Двадцать пятая шрапнель не лучше, потому что у нее меньше дамаги.
по сути, десятая шрапнель 100% должна убивать. Вот 100% ваншотает. Бля, руку мне сломал, сука. Да, да. Блять. Беги, блядь, дуралей. Ебать, я типа приложил, зацените. Сюрпризик тебе небольшой. Второй этаж. Так, проверим левел твой сразу. 52-й. Смешно теперь тебе, а? Не так смешно, наверное, да? Да. Что там за армия бежит? Все, весь завод. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.